Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео с Дашей Духониной. С Дашей Духониной, это моя подруга. Я уверена, вы, если следите за моим инстаграмом, ник вы сейчас видите на своих экранах, прекрасно знаете, что я переехала в дом с тиктокерами, с блогерами, с ребятками. Поэтому прямо сейчас мы стоим на фоне нашего чудесного дома. И сегодня мы решили поменяться комнатами с Кариной Аракелян. Я думаю, это будет очень интересно, и погнали! Да, мы надеемся, что это видео вы оцените. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И, конечно же, ставьте палец вверх. Да, сегодня мы будем вместе кушать, краситься косметикой друг друга, переоденемся, возможно, подберем какие-то луки. Даша покажет мою комнату, а я покажу комнату Даши. Так что это видео будет интересное. И в нем я спрятала для вас 3 эмодзи. Если вы будете внимательными, то ищите эти эмодзи, смотрите ролик до конца и кидайте мне их директ в инстаграме. Победители, я лайкаю, подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое. Ну а мы можем начинать. Поехали! Ребята, ну что, мы уже подошли к комнате Карины. Я думаю, многие хотели бы там оказаться, и прямо сейчас мы все посмотрим. Да, и, кстати, моя комната находится сразу около лестницы, она тут самая первая. Я, наверное, единственная девочка, которая живет одна в доме. Все, в том числе и Даша, живут с какими-то подружками, с друзьями, с нашей, естественно, командой. Все объединились, а у меня комната одна. Сейчас Даша будет проводить обзор на мою комнату, но перед этим я покажу, где находится комната Даши. Идем. И знаете, прикол этой комнаты заключается в том, что, зайдя в комнату Даши, нужно перейти через комнату ребят. Там живет мальчик Слава. Я думаю, вы все его и так прекрасно знаете. И вот так вот мы переходим и сразу оказываемся в комнате Даши с Машей. Они живут тут вместе. Тут, естественно, присутствует небольшой срачельник, как и у меня, как и у нас всех, потому что это жизнь, поэтому ролик у нас будет вот такой вот необычный. Мы имеем право шариться в наших вещах, смотреть, что у нас где лежит. И также Даша подготовила для меня косметику, которой я буду краситься. Мы сейчас еще такие сонные, потому что утро. А Дашечка, которая стоит тут, будет краситься моей косметикой. Поэтому да, мы можем начинать. И начнем мы с макияжей. Погнали. Так, ну что тут у нас? Карина только вчера обустроилась, как вы можете видеть. Тут у Карины лежат все вещи. Ее новый комод, новый рейл. Мы обязательно это чуть позже посмотрим. Но сейчас мы приступим к макияжу, который я повторю за Кариной. И да, давайте начинать. Итак, тут у нас Каринина косметичка, но я еще хочу найти тени. Вчера Карина разбила себе тени, и, наверное, я воспользуюсь ими. А это ее тоналка. Итак, смотрите, тени. Вчера они благополучно упали и вот таким вот образом выглядят. Ребята, я разбила свою любимую палетку. Свою самую любимую палетку, она разбилась. Еще вчера я разбила свой любимый тональный крем. Тут очень красивые оттенки, так что я думаю, для макияжа мы воспользуемся именно ими. Так, наверное, сейчас мне нужно немного припудриться. У Карины Huda Beauty пудра. Вау, это офигенный фиксатор для бровей. Офигенный эффект. Смотрите, как они вот так встали. Мне очень нравится эффект таких натуральных бровей. Давайте поищем хайлайтер. Вот этот. Карина, когда заехала в дом, похвасталась мне, говорит, вот я купила себе новый хайлайтер. Очень офигенный, какой-то вышел новый в маке, так что давайте пробовать. О боже, какой же он красивый. Так, я сейчас приступлю к этой палетке, которую Карина разбила. Наверное, возьмем такие самые популярные оттенки. Карина сейчас очень часто красит таким сиренево-розовым, так что я возьму именно их и нанесу на века. Но пока я крашусь, вернемся к Карине, обязательно посмотрите, что же она там делает. Даша обычно красится вот тут вот, напротив окна. Она мне подготовила косметику, которую я могу взять, и я выбрала палетку от Naked, то есть Urban Decay. Цвета, которые, в принципе, мне подходят, можете посмотреть, такие коричневые, нюдовые, красивые, очень офигенские. Как вы видите, я уже нанесла вот тут вот очень красивый такой горчичный оттенок, который даже немного похож на коричневый. И мне также Даша дала вот такую вот палетку, и обоих у меня нет, от Too Faced.
что она пахнет такими прям персиками. Очень приятный аромат, какими-то прям такими конфетками. Также, как обычно, также я буду использовать Dashen консилер, Dashen хайлайтер, естественно, тушь, которую использует Даша, и тональный крем, который лежит вот тут. По оттенку больше всего мне подходит ее тональный крем от NYX. Даша, скорее всего, воспользуется моим тональным кремом от MAC. Так что мы делаем макияж, посмотрите на этот процесс под музыку и покажем вам результат. Делать макияж. Вот такая вот красота у меня получилась. Оттенки тоже в моем стиле. Мне кажется, я найду любой цвет, который мне подходит в абсолютно любой палетке и смогу сделать из этого то, что мне нравится. Стрелки, естественно, их я не убираю, потому что без них я вообще жить не могу в последнее время. Вот. Ну и как бы, так как это палетка Даши, она сказала, что именно вот от Naked, от Urban Decay она использует чаще всего, поэтому я взяла вот такие вот оттенки, которые были использованы, как я посмотрела, и не один раз. Поэтому, как я поняла, Даша такие цвета тоже очень сильно любит. Что, вот. И... готова? Да, да, я готова. Я уже тоже готова сделать макияж. Мой стайл такой, да, прям, посмотрите. Вот сиренево-розовый, вот такой вот. У меня такой коричневенький, да, Даша розовенькая, тоже моей палеткой, я так понимаю, которую, да, я расхерачила. Да. Ребят, чтобы вы понимали, я вчера тупо уронила свою любимую палетку с огромного подоконника. Да, уронила на весь дом. Просто на весь дом. На самом деле очень обидно, и это ужасная ситуация, когда ужасно. Мы разбиваем какие-то палетки, какие-то, это ужасно. Все, у меня еще был расхерачен тональный крем, пришлось покупать новый. Это, конечно, трэш, но теперь мы выглядим нормально, и наша цель сейчас показать комнаты друг друга. Я думаю, я начну первая. Мы с Дашей заранее обсудили, какие ящики стоит не открывать. У меня в комнате можешь вообще где угодно шариться. Вот, но так как Даша тут живет не одна, некоторые вещи лучше показывать не стоит. Поэтому, Даша, можешь идти, я показываю комнату, и в ролике посмотришь. Я переживаю. Переживай, я тоже. Причем, ребятки, самое главное, что присутствовать во время обзора наших комнат мы не можем. Сейчас Даша тоже будет разглядывать, где у меня что лежит, и это у нас будет прям такой ролик с интрижкой, потому что, в принципе, я могу открыть то, что мне Даша запретила. Ладно, но я этого делать не буду, поэтому мы начинаем. Добро пожаловать в комнату Даши. Начинаю пожаловать с этого рейла, или как там он называется. Тут очень много одежды, а это самое главное. Все мы, девочки, любим одежду, мы любим одеваться красиво, поэтому посмотрим. Вот такие вот яркие штаны, какие-то красивые луки, маечки, футболочка в стиле, как я понимаю, джинсы. Я тоже обожаю джинсы, особенно рваные. Вот такой вот яркий стиль, футболочка, еще. Ага, вот в этой именно кофте, она немножечко прозрачная, я вижу Дашу чаще всего. Она очень красивая, стильная, поэтому я ее отложу, потому что я выбираю лук на сегодня, в котором мы покажемся нашим ребятам из нашего дома. И мы, как сказать, поменяемся телами, потому что будем одеты в разную одежду. То есть я в Дашиной, а Даша в моей. Ой, вот такой яркий стиль я тоже люблю, но экспериментировать в последнее время я стала не так часто с яркой одеждой. Люблю, да, что-то новое, но вот чтобы настолько яркое. Не знаю, правда, как там Даша и что она сейчас выбрала. Ребятки, я все-таки, наверное, возьму эту юбку. Почему, спросите вы? Потому что Даша вчера в ней была, и она мне очень понравилась. И вы знаете прекрасно, что юбки я ношу очень редко, но в этой юбке плюс в том, что эта юбка шорты. То есть ты можешь хоть раздвинуть ноги где-то сесть, и никто не сможет подглядеть, что у тебя под юбкой. Так что я думаю, что я возьму вот эту юбочку вот с этой красивой кофточкой. Так, ребята, я уже накрасилась, и давайте теперь посмотрим Каринину комнату. Она разрешила мне смотреть все, что угодно, так что мы этим обязательно воспользуемся и посмотрим все-все-все. Здесь у нас рейл, здесь у нас, конечно же, Луи Виттон, шарф, какая-то такой бомбер, худи, еще одна такая кофточка, пиджак. Я очень часто видела Карину в этом пиджаке, она любит такой деловой стиль. Я люблю больше такое все яркое, в таком спортивном стиле, а Карина такое любит более элегантное. Футбол.
футболка от Fendi, и я реально вот эту футболку часто видела у Карины, и у меня прям есть ассоциация такая, что это Каринина прям вещь, и мне кажется, что можно ее в лук. Я пока отложу эту футболку вот сюда, давайте дальше посмотрим. Здесь у нас Givenchy Burberry, вот такая вот толстовочка. Да, это, кстати, новая Каринина футболка, я видела ее в сторис, и именно в этой футболке она заехала к нам в дом, так что вот я ее помню вот в этом луке. И да, Карина очень часто носит по дому вот такой вот элегантный халатик. Так, тут у нас штанишки, сумочки, такой вот, ой, боже, какой он милый этот портфель, я о таком просто мечтаю, девчонки, он офигенный. Итак, одежду мы с вами рассмотрели, сейчас я хочу немножечко показать какие-нибудь ящички у Даши в комнате. Давайте начнем вот с этого, потому что украшения мы, естественно, тоже сегодня будем смотреть. Итак, вот это украшение Даша носит чаще всего, это вот такой вот красивый доллар, поэтому я его возьму к нашему луку. О, Даша, косметичка Dolce & Gabbana, там тоже лежит очень много украшений, давайте, девочки, я вам покажу. Даша очень любит носить вот такие вот украшения наподобие сережки-кольца, они очень модно выглядят, всегда стильно, и тем более под ногти, под мои особенно, они будут сочетаться, поэтому я их возьму, почему бы не попробовать, оденемся в разные такие необычные луки. Но тут, естественно, украшения, украшения это тоже стильно, опять же, точно такие же сережки, Даша, ты меня удивляешь с каждым днем все больше и больше. Открываем, смотрим, тут вижу кольца, это кольцо Даша тоже любит носить, поэтому раз у нас золотые сережки, почему бы не надеть золотое кольцо. Ага, это я брать не буду, потому что уже выбрала цепь, и вот такая вот тут лежит красота, причем тут два слоя, и тут опять кольца, господи, Даша, просто все в кольцах, и они вот такие вот прям все практически одинаковые, но красивые и чем-то все-таки отличаются, тем более размером, всякие ракушечки. Украшения, я думаю, я показала, тут дальше в нижнем слое, ну все такое обычное, как бы ободки, если приглядеться, можете заметить всякие там украшения, ну и посмотрим какой-нибудь другой ящик, наверное, вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня никогда не было так много косметики, я просто постоянно либо что-то разыгрываю, либо выкидываю, а тут опять же всякие пиар-рассылки, девочки, это просто рай. Посмотрите, сколько палеток, просто посмотрите, опять от Urban Decay, тут, я так понимаю, более нюдовые оттенки, если откроем, да, да, вообще, вот это мой стайл, нужно было Даше вот эту палетку попросить. Но мы подготовили, что хотели, вижу палетки NYX, Lime Crime, я вообще обожаю Lime Crime, тут тоже нюдовые оттенки, я как бы была не против, да, вот такими палетками воспользоваться. Ага, тональный крем, или же это база под макияж, не разбираюсь. Я уже знаю, что я буду делать ночью, когда Даша будет спать, я просто у нее все коробки вынесу и смоюсь, нафиг домой уеду. И от Beauty Bomb, и от L'Oreal, и от всего, что только можно, и тут точно такая же коробка. В общем, по косметике понятно, Даша у нас любитель, тут у нас кисточки, зубная щетка, наверное, для укладки бровей, потому что я знаю этот чудесный лайфхак, татуировка с динозавриками, я, кстати, тоже брала татуировки, надеюсь, что Даша их покажет, всякие вот такие вот кисточки, у меня есть подобные. Ну и это видео у нас не о макияже, поэтому мы плавненько перебираемся вот к этому уголку. Тут у нас, получается, идут духи. О, боже, какой аромат. Я помню, когда с Кариной виделись на мероприятиях, от нее пахло вот так, по-моему, от нее пахло. И еще есть у нас одни Givenchy вот такие. Угу, тоже очень классные, прикольные, но отличаются запахи. Прям вот клевые. Здесь такие... Боже, какие милые миниатюрки! Смотрите, это маскины такие маленькие, очень удобно с собой носить. Посмотрите, дизайн. Мне очень нравятся такие малышечки. Смотрите, есть духи от Бершки. Очень необычно. У Карины обычно все такое брендованное, все такое очень дорогое, а здесь такие простенькие духи. Давайте посмотрим. Очень сладко пахнут, знаете, мне кажется, Карина покупала это в каком-то необычном для себя настроении, потому что нетипичный для нее запах абсолютно. У нас тут есть книжка. Книжка Ниссы, я думаю, вы ее видели. Она такая, знаете, очень популярна. Я ее не читала, но знаю, что она такая достаточно жесткая, конкретная. И здесь есть мудрости. Интересно, почему читать, надо будет у Карины взять. Вот у меня в комнате совершенно другая книга, у меня 30 правил мечтателя. Сейчас у меня очень много конкретики, но, знаете, мне не хватает такого творческого порыва. Наверное, мы за этим и приехали сюда вообще в дом, чтобы найти себя как-то более творчески, о чем-то помечтать, таком более глобальном, чтобы не мыслить так приземленно и узко. Так что вот я читаю такую книгу, а Карина читает немного другую. Тут у Даши лежит какой-то штативчик, вот такая вот красивая подсветочка, которая делает из меня такого вот радужного
человечка. Вот, и ящички. Если что, в ящичках лежит обычно вот такие вот всякие аптечки, чехлы, одежда сверху, рюкзачок. Он, кстати, от Грофея. И если, давайте я не буду его поворачивать, если на нем будет прямо сейчас череп. Нет, не череп. У меня такой же. У меня прям точь-в-точь такой же, но тут у меня изображен череп. Это сторона подруги Даши, поэтому там лазить я не буду, потому что, ну, это как бы чужие вещи. А с Дашей мы снимаем видео. Тут ее MacBook, игрушечки Hello Kitty. Без игрушек вообще никак. Я тоже их с собой брала. Ну и книга. Я уже, когда красилась, обратила внимание на то, что у нас вкус в книгах с Дашей вообще как отличается. Потому что, посмотрите, ребят, у нее книга 30 правил настоящего мечтателя. То есть книга причем такая яркая, красивая, оформленная, интересная. И это очень круто, вот такие книги читать. Я уверена, Даша заметила у меня на тумбочке книгу, которая называется «Несы». Там тоже вот восточная мудрость, которая гласит, что ты не должен сомневаться в своих силах. Вот такая вот чудесная комната. Мне она очень понравилась. И самое главное, самое красивое место вообще, выходя из комнаты, у меня, к сожалению, балкона нет. Вот такая вот красотень. Я очень рада, и такое ощущение, что я нахожусь вообще на каком-то курорте. Ну и прямо сейчас я покажу вам быстро Дашин то. Комнату вы можете сейчас еще раз разглядеть. Всякие сумочки, штативчики, все, что нужно для любой девчонки, для счастья, для любой девочки. Ну и как бы туалеты у нас все типичные. В каждой комнате есть туалет и душевая. Что мы тут видим? Видим мы зубную щетку, зубную пасту. Это, наверное, Дашина, а вот это розовенькая Машина. Вот такие вот всякие крема, станки уходовые, всякие вот такие вот штучки. Для того, чтобы ухаживать за лицом, естественно, унитаз. Мусорка, ну и душевая. Вот такая вот обычная душевая. Она, кстати, просторнее, чем у меня. Вот, и мне очень нравится, потому что, ну, комната каждая, она хоть чем-то отличается, но все равно стиль у них более-менее похож. Поэтому я сейчас остаюсь в комнате, переодеваюсь в одежду Даши, рассматриваю еще что-нибудь интересное, чтобы потом вам показать. И моя камера сможет спокойно прямо сейчас полететь к Даше, потому что я уверена, ей там скучно. Интересно, давайте дальше пойдем. Что у нас здесь? Здесь у нас Карина на какие-то вещи, топики. Здесь тоже у нас что-то такое. Да, она тоже вот носит этот костюм очень часто. Прямо, знаете, реально ассоциация с человеком с этими вещами у меня. О, это юбка Пинка. Я помню, мы с Кариной встретились на мероприятии и сделали фотографию. Карина как раз стоит там в такой вот юбочке. Это было еще до карантина. Я думаю, что вы заметили, что у Карины, знаете, такие вещи приглушенных тонов такие все, либо нюдовые. Здесь у нас кофточка, штаны такие спортивные, домашние. И вот такие вот джинсы. Так, ну что, я думаю, что вот эти джинсы я, наверное, подберу вот к этому луку. Они просто такие стандартные. Карина очень часто носит просто черные джинсы. Мне кажется, именно так вот она и сочетала вот это. Давайте посмотрим. Так, ну а мы переступим дальше. Что у нас здесь? Здесь Карина спит. Я иногда прихожу к ней в комнату ночевать, так как она боится спать одна. Вот, здесь у нее вот такая вот штучка, аракелян. Очень прикольная, я тоже себе бы такую хотела. Вот такое украшение. Карина очень часто тоже на ней видела с бабочками, мне очень оно нравится. И здесь вот есть такая отдельная вот такая вот штука. И здесь лежат, мне кажется, все ее украшения. Давайте рассмотрим, что тут у нас есть. Прям вот так вот вывалим и посмотрим, что у нас тут такое. Здесь всякие цепи, я тоже люблю цепи, знаете, такие грубые, которые на маленькой милой девочке смотрятся так. Ну, знаете, ну, я думаю, вы меня поняли. Такие вот большие цепи, сережки, обалденные сережки. Кстати, у меня есть такой доллар вот сюда огромный. Я думаю, вот мне бы подошли эти сережки под этот доллар. Надо будет у Карины для какой-нибудь фотографии попросить. Украшение Louis Vuitton, подвесочка такая. Здесь тоже, здесь Yves Saint Laurent получается вот такое. Это, наверное, вот так на ручку как-то надевается. Давайте я попробую. Вот так стильно смотрится. Видите, у Карины вот такие украшения. И любит она такой золотой цвет. Конечно же, колечки. Куда без колечек? У меня очень много кольц всяких разных. Цепи. Здесь Louis Vuitton. Вот такой вот браслетик. И вот это, по-моему, Moschino. Пандора такой браслетик. Я думаю, что не просто так. На этом браслете Пандора есть вот такие шармы. Наверное, у Карины есть какие-то воспоминания с каждым из этих шармов. Обычно люди, если ездят куда-то в поездку, покупают себе всякие разные шармы, чтобы у них были такие воспоминания вот в украшениях. И смотрите, вот такое Dolce & Gabbana я нашла кольцо.
лицо просто нереальное. Сейчас померю, подойдет ли мне по размеру. Немножко тянет, ну так туго, но в принципе можно носить. Я думаю, что вот к этому луку оно мне как раз подойдет. Так что я отложу это вот сюда. И, наверное, из этого еще можно какой-нибудь браслетик надеть. Вот, наверное, вот этот красный, чтобы у нас был какой-то яркий такой акцент, потому что у нас лук получается такой темный, я не знаю, как еще сказать. Пусть будет вот такой яркий акцент в виде браслета. Мы сложим вот так все аккуратно на место. Давайте посмотрим. Здесь у нас ноутбук. Я думаю, Карина здесь монтирует. Молоток. Карина, зачем тебе нужен молоток? Видимо, это делали, я не знаю, здесь, может быть, собирали, когда комод, он здесь остался. В общем, это останется под вопросом. Пишите свои варианты в комментариях, зачем Карине нужен молоток. И здесь вот у нас остался шкаф. Так, тут ясно, понятно, все, не смотрим сюда. Какие-то витамины у Карины. И также здесь висят такие пояса. Мне кажется, под этот лук я могу сверху вот так надеть какой-то пояс. Давайте возьмем какой-нибудь, выберем. Наверное, я возьму вот этот ремень от Dolce & Gabbana. Очень такой он красивый, так что я его вот туда пока закину к нам в лук. Все. Наверное, я еще покажу немного ванной и туалета. Смотрите, здесь, я так понимаю, Карина красится. Здесь самое светлое место в комнате. Вот здесь я, собственно, делала макияж. Немного за собой не убрала. Так, чуть-чуть закроем, чтобы еще раз не упала эта палетка. Ну что, здесь все у нас стандартно. Правда, вот у Карины есть такой подоконник. Это очень круто, потому что у меня такого пространства нет. Получается, в моей ванне все лежит в таких пакетах. А у Карины все вот так разложено, очень удобно. Как всегда, много всего, всякие мицеллярки. Короче, понятно, все стандартно, как у всех девчонок. И вот здесь у нас душевая. Давайте так немного зайду. Душевая, все как обычно. Шампуньки, какие-то гели для душа. Много всяких разных. Я думаю, что они очень ароматные. Да, офигенный запах. Карина всегда очень вкусно пахнет. Это очень приятно общаться с человеком, который пахнет, у которого в комнате очень вкусно пахнет. Я думаю, что это было все. Ну что, теперь я буду одевать Каринин лук. Я думаю, что это будет для меня очень необычно. Такое сочетание большое брендовых вещей. Для меня нестандартные цвета. Я обычно одеваюсь так более ярко. Поэтому для меня будет необычно. И я думаю, что вы сможете оценить, похожа ли я на Карину Аракелян или нет. Ну что, вот такое вот перевоплощение у нас получилось. Знаете, для того, чтобы вы поняли, насколько мы по-разному оделись, я вам покажу две фотографии. Вот эта фотография Даши. Она очень часто носит вот этот чудный лук, который мне тоже капец как подходит. А вот эта фотография моя, да, чтобы вы понимали. И сейчас мы хотим показать свои луки ребятам и посмотреть на их реакцию. Мне кажется, они офигеют. Да, поэтому прямо сейчас мы позовем всю команду, которая уже раньше времени подошла и охерела. Вы можете заходить и смотреть на нас, говорить вообще, что вы думаете. Нету ребят из нашей команды Саши, потому что он что-то снимает на улице. Да, к вам вообще. Привет, привет. Короче, очень выглядит все, ребят, необычно, потому что Даша одета полностью в брендовых шмотках, а я одета, ну, как бы в таком более женском стиле, девчачьем таком. Я так одеваюсь очень редко. Каждый может оценить по 10-бальной шкале, насколько подходит мне этот лук и насколько подходит лук Даши. Карина, по-моему, десятка. Тебе подходит, да, Даша. Да. Мне кажется, Даша прям десятка. Карина, блин, прям... Даша сразу стала выглядеть на несколько лет. Мне кажется, Даша. Я всегда мечтал вам, Карина. Даша, типа, вот одежда охрененная, охрененная, вот прям как девочка офигенная. Да, я говорю, и что... И если посовещать, то мы погнали с тобой. Короче, вот так вот мы выглядим, присоединились. Анжела, что ты скажешь вообще? Ну, вот я говорю, Даша выглядит как такая мамочка, бич босс. Мама бич, да. А Карина вообще тоже мне нравится. Карина выглядит достой мудрости. Да, 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 да. В общем, вот такое вот у нас получилось, ребят, перевоплощение. Мы сегодня целый день будем в этих луках, поснимаем тиктоки, сделаем новые фотографии. И, естественно, вечером будем ночевать в комнатах, так как это обмен. Саша присоединился, что можешь сказать? Мне просто не стоп. В общем, дорогие мои, мы сейчас решили поехать за продуктами, и Даша объяснит, почему. Да, сейчас я буду покупать всякую разную ппшную еду, потому что Карина на правильном питании, значит, сегодня я так питаюсь. Да, поэтому Даша прямо сейчас пожертвует на это деньги и будет правильно питаться. Такие вот дела, мы отправляемся.
К нам присоединяется Слава. Йоу, всем привет, с вами я, Слав Тейлор, American Boy с Алиэкспресса. Да. Вот она, наша чудесная пятерочка, нас еле довезли, с такси тут, конечно, траблы. Я вам хочу, ребятки, показать этот чудесный вид напротив пятерочки. Тут просто такая красота, такое ощущение, что я нахожусь реально не в Москве. Тут так красиво, ребят, я с каждым днем хочу все больше и больше ехать в эту пятерочку, блин, потому что вид, ну, просто офигенный. Ну, а мы идем затариваться! Тут такие, я вижу, батончики, я точно видела, что Карина ела вот так. Такой. Это не знаю, реклама. Наверное, еще шоколадный можно взять. И банановый. Да, батончики я просто обожаю. Самое вкусное, да. Это вот этот вот селедный. Ну вот ты себе и бери. Мы берем то, что беру я. Бананы самое необходимое. Бананы, да, это если... Как говорится, бананов в доме мало. В доме мало, да, берем. Ну что, вот столько вот мы набрали. У нас практически целая корзина. Не спрашивайте, зачем нам собачий и кошачий корм. Это все для съемок. Я, естественно, предложила взять колу. Почему? Потому что я не сижу, ну, в роли Даши сегодня на правильном питании. Вот, Даша понабрала всяких батончиков, всяких вкусняшек. Я взяла вафли, естественно. Сухофрукты взяла Даша. Все, что нужно, в общем, для похудения. Сейчас будем идти на кассу. Ну что, Даша, кто сейчас будет за все платить? Я. ПП, оно такое. Да, да, да. Дорогие мои, мы вернулись с шопинга. С шопинга, как бы это странно ни звучало, продуктов. Прямо сейчас мы пойдем кушать. Кушать мы будем, естественно. Карина будет кушать все подряд. Да. А я буду кушать здоровую пищу. Я надеюсь, что после этого я не поправлюсь. И почему мы именно на этом моменте решили закончить видео? Потому что в моем инстаграме я создам отдельную папку в актуальном, где мы с Дашей продолжаем как бы меняться телами, меняться комнатами. Сегодня вечером я, естественно, сплю в Дашиной комнате, она в моей вот на этой чудесной кроватке, поэтому если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Инстаграм ник вы сейчас видите на своих экранах. Все ссылки, да, да, все ссылки и на наш дом, и на Дашу, и на всех-всех-всех я оставлю ниже в описании. Просто вот знаете, что у нас дом самый лучший. Мы все дружелюбные, офигенные, крутые, и давайте просто подписывайтесь, все будет супер. Вот, мы вас любим, спасибо вам большое за просмотр этого видео, и всем пока-пока!